Один раз я пришла домой пораньше, и в гостиной я услышала женский голос. Я чувствовала себя загнанной лошадью. Такие семьи, как ваша, в 9 случаях из 10 распадаются. Я так больше жить не могу. Каждый вечер новая история любви со счастливым концом. Прости. Лаборатория любви. Завтра в 22:40 на Домашнем.